Полиция на транспорте сегодня обратилась к общественности с неожиданной просьбой пристроить в добрые руки 5 щенков. Своим спасением эти малыши обязаны машинисту грузового поезда. На перегоне Ербинская Туманная он заметил в кювете мешок. Как и положено по правилам, сообщил об этом в линейный отдел полиции. Прибывшие сотрудники обнаружили, что внутри не опасный предмет, а 5 щенков. Их привезли в Абакан и сейчас ищут четвероногим новых хозяев. А между тем следователи проводят проверку по факту жестокого обращения с животными. Выясняют, кто выкинул собак на улицу. Минувшую ночь щенки, 4 девочки и 1 мальчик провели в тепле, в служебном гараже, но долго их там оставлять нельзя. Поэтому сотрудники ЛОВД обратились к жителям Хакасии с просьбой взять найденышей себе. Сейчас мы ищем хозяев, ищем добрые руки, кто этих замечательных щенят. Эти какие неспокойные, они хорошо позируют, возьмет себе домой, приютит и будет им дарить тепло и ласку.